Кошкин. Здравствуйте, Герр Кошкин. Я хочу увидеть то, что вы должны показать предъявителю этого. Что я должен делать? Исполнять свои служебные обязанности как можно лучше. Die Stufenleiter hinaufsteigen. И по возможности подниматься so по служебной лестнице как можно выше. Gestern haben wir einen Mann Вчера мы потеряли одного человека. Wollen keine mehr. И больше не хотим терять. Они вышли на Рощина. Он кого-нибудь узнал? Нет. Но их было не меньше, чем четверо. Ничего себе. Да, человек, который разговаривал с Рощиным. Говорил на немецком языке. Немец? Ну, Рощин сказал, что был какой-то акцент, наш акцент. Для чего такие сложности? Ну, есть особенность у этого языка. Даже если мама родная заговорит по-немецки, ее голос трудно узнать. Значит, кто-то из поселковых. Этот человек в виде пароля предъявил точно такую же. Только на ней была вырезана буква «И». Бросай гранаты на пол! Стой! Да вот, покусили тебя! Не словил! Гранатами хотел швырнуть нас в комнату. Да как? Ну. Товарищ Матушкин, что это у вас? Значит, Валентинушка Аркадьевна тебя ко мне с кашкой послала. Так точно, к вам и товарищу Кошкину. Говорит, они всю ночь пробегали, к завтраку не поспеют, проспят, ты им сам снеси. Говорил тебе, Вася, что я нравлюсь. Лишь забота, попечение. А еще товарищ Ермаков вас к себе вызывали. А что ты как тать-то в ночи крался? Ты отвечай, когда тебя герой Советского Союза спрашивает. Валентина Аркадьевна сказала, что если я буду про старуху болтать, то могу и в скорбный дом угодить. Ну да. Это если местное население в смущение вводить, тогда да, тогда тут Валентина Аркадьевна права на 100%. А мы с товарищем Кошкиным милиция, нам можно. Даже нужно. Нехороший это дом. А кто до Вилкина в этом доме жил? Инженер. А Вилкин при нем вроде экономки или приживалый? Ну. Фамилия была у этого инженера? Ну, а как же без фамилии? Была, конечно, революционная такая, краснознамён. Октябрёв? Не Октябрёв, а Комиссаров. Точно, Комиссаров. Он еще с этим, собственно, Ос Авиахимом? Да, завязан был. Там говорили, он старухе Кричанке душу продал. За что же человек с такой фамилией может душу продать? За торжество мировой революции, что ли? Вроде дитятка у него было уродцем. Таким, что миру страшно показывать. Сашенькой его звали.
Ну, вот этот Комиссаров с Вилкиным в этом доме, здесь его и прятали, как зверенка. Вот греческие боги никогда своими детенками не чурались. Пускай она даже одноглазая или козлоподобная. Козлоподобная. Ну, вот были... А что случилось с этим Сашенькой? Саша? Померло дитя. Померло. Инженер пропал, как будто его еще и не было. А дом сгорел. Ну, тогда кто откуда знает, что дитё померло? Так а могилку, а я знаю, я могу могилку показать. Как хозяин исчез, компетентные люди из опеки приезжали ребеночка искать. Ох, Вилкин им указал на могилку. Дальше-то что было? Дальше не знаю. Очень приятно, когда тебя помнят, но иногда полезнее оказаться забытым. Так сказать, уважаю. Спасибо вам большое. Ну, заходите, у нас всего здесь доброго. Очень уютно. Да, 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 хорошо, конечно. Пожалуйста. Спасибо вам большое, спасибо. Да, всего вам доброго. Очень приятно было. Был я в заготовительной конторе. Так тамошний человек сказал, что корреспондент Фонариотов должен был очерк о полезных свойствах молоча и зверобоя написать за гонорар. Потом я поехал на почту. Через Ялтинское почтовое отделение не проходило письмо по адресу Вилкин В.Т. Тьфу ты, провались. Оборвалась ниточка? А может быть, наоборот. Сашеньке, от автора подрастешь поменьше, чем я. Макс Валь. Здесь лежат мои детские иллюзии. Черещак! Держим дистанцию! Бандиты, ребята, быстрые! А ведь мы быстрее, правильно говорю? Они на корабеле пошли. Там пещер немерено. Можно дивизию саму потерять. Надо догнать. Догоним, куда же мы денемся. Что все это может означать? То, что наш Сашенька Комиссаров ныне жив и здравствует. И главное, он где-то рядом. Ведь письмо было. Старик узнал автора. По почерку. Или какому-нибудь другому признаку. А второе письмо не прошло через почтовый терминал. Иначе была бы отметка в службе периллюстрации. В запечатанном мешке оно оказалось либо по пути из Ялты в поселок, либо в самом поселке. В таком случае Сашенька наш здорово рисковал быть узнанным. В моем селе жил дурачок. Лешиком его звали. Я был пацаненком, и он меня очень любил.
Потом я уехал в город. 2 года он меня не видел. Когда я вернулся, он меня не узнал. А здесь 16 лет прошло. Я думаю, что вся эта история с письмом – ловкий трюк. В моем селе, если что-то потерял, свистульку, поплавок или зеркальце, всегда знаешь, где его найти – в Кутейкином тайнике. А прятал он в жизни найдешь. Да, хоть бей, хоть убей его. Никогда не расскажет и не покажет секретного места. А чтобы отыскать пропажу, на хитрость нужно было идти. Так грозно Лешику говоришь, мол, разорюсь от твои тайники, знай их чет наперечет. Он пугался и бегал перепрятывать. Вот тут-то выследить все его схованки и можно было. Интересно, интересно. Что же могло понадобиться Сашеньке в тайниках Вилкина? Ну, то, что осталось после папы. А что мы знаем о Сашеньке Комиссарове? А то, что ему 28, что все детство проходил на костылях и принимал в больших количествах окись золота, противотуберкулезные средства того времени. А что мы знаем о его папе? То, что он был связан с авиацией, и что в его доме были симпатические чернила. Причем, если верить Рощину, не самодельные, а фабричные, немецкие. Жиль. Амелия. Дурчик. Жиль. Так. Ваф, ваф. Внимание! Евреи в немецких шпионах? После ранения в начале 43-го года лейтенант Фильма побывал в 4 госпиталях. В таких случаях документы легко могут путаться. И есть возможность подсунуть другого человека. Товарищ Фельдман хочет сказать, что после кефира все должны собраться на танцплощадке. Есть печальное для нашего поселка сообщение. Вчера в Ялте погиб капитан Сапега. Что ж вы, Сашенька, растяпа такой? Извините. Корреспондент газеты «Красный Крым», младший лейтенант Белозерский, 1924 года рождения. Тоже Сашенька. Так ему 20 лет. На почти 30-летие-то не похож. Наш Сашенька все детство проболел туберкулезом. Это здорово сказывается на обличье в ту или иную сторону. Белозерский прибыл к нам из специнтерната номер 4. Да, из Беларуси, где-то в конце и в начале мая 41-го года. С началом войны в армии призван не был по состоянию здоровья. 3 года оккупации – это тоже не шутка. А данные по этому специнтернату имеются? Какие данные? Белорусские архивы наркомата здравоохранения сгорели в Белоруссии, а в Крыму – в шампанах. Не докопаешься. Геройская смерть от рук диверсантов. Отважный капитан не побоялся до зубов вооруженного негодяя. Не губите себя, Сергей Варламович. Всю ночь пробегали, нет, чтобы поспать, вы водку глушите. Ты считай, Петруша, читай. И бросился вслед за ним в темный подъезд. Вы поели, Сергей Варламович. Связываю, что работаете. Я тебе говорю, читай. И бросился вслед за ним в темный подъезд. Чувствуя своим звериным нутром, что конец его жалкого существования близок, и возмездие народного суда неотвратимо, диверсант в жалкой трусости своей привел в действие убийственные силы механизм, и страшный взрыв сотряс Ялту. Громко справляет старуха с раковины своей. Вот она как, товарищ Фельдман. Помер, товарищ Сапега. Завтра похороны. Надо бы от поселкового совета на цветочки ассигнования выдвинуть. Правильно, товарищ Фельдман? Так точно. Кусок шелка на ленту.
мы на парашюты фабрики возьмем, как для товарища Фонаретова. А товарищ Ганочка... Я. Слова напишет. Так точно. Иван Ганочка, 1906 года рождения. Уроженец города Лубны. В действующей армии с июля 41 года. Однополчанин ефрейтора Треплева. Награжден, как и Треплев, даже за один подвиг. А не ДОТ. Вместе один взяли. А под Барбенкова их дивизия попала в котел. И руки подняла. Вся дивизионная документация попала в руки к немцам. Треплев с Ганочкой из окружения в одиночку пробирались. Только они ли выбирались? Или другие с их солдатскими книжками и документами. Эй, я дам краску. Коллектив завода имени Москвы в честь годовщины Великого Октября принял на себя обязательство, что будет взять на себя... Когда ведьма объявится, гоните ее прямо ко мне. Я ее в экономке определил. Филонов, штрафбатовец, до войны судимость по бытовухе имел, какая-то растрата. С документами у него полная путаница. Ну, что тут удивляться? Штрафбаты бросались с фронта на фронт. Погоди. Иди открой. Маточкин приехал. Вызывали? Вы сейчас здесь никого не видели, а? Никого. Садись. Ты, ну ты, в общем-то, кстати, приехал. Про товарища Сапегу читал? Вечная слава. Завтра в Ялту. Для похороны выезжаю. И тебя хотел рекомендовать на место товарища Сапеги. Ну, от повышения никогда не отказывался. А что мне делать-то? Ну, чего? Порядок наводи. Походи, осмотрись. Ага. Понял. Нужна, чтоб как лед, чтоб холоднее льда. Давай, лей, лей, лей. Разберусь. Да. Комиссаров, как Сапега и Фонаретов, тоже по липецкому делу проходили. Угу. Причем как зачинщик. Но судили его не в Липецке, в Ялте.
Основной процесс над шпионами проходил в авиапроме где-то здесь. Ну, точной информации у меня нет. Не знаю. И следственной группы, которая вела это дело, Липецкая, у живых никого. Так в чем проблема? Я не понимаю. Дело, как я слышал, где-то здесь? Да не где-то здесь. А конкретно в Шампанах по 1000 тонн извести и гранита. Оригинала в Москве. Валентин Серпионович, да нам легче в этих шампанских штольнях разобраться, нежели в архивах конца 20-х. Это же жуткое времечко-то было для нашей службы. Архивы. Ну да, ну что такое архивы? Архивы – это строгий учет и фиксация. А тут чистка, чистка, зачистка. Только человек приладится, войдет в курс дела, а его новой метлой смелее. А ведь многие-то уходили с обидой, чтобы как-то подгадить сменщикам. Учетные книги и теряли, и рвали, и портили. Даже пожары случались. А тут еще этот Рябченко. Господин Гольц, давайте его бросим. Прямо сюда бросим. Вы забываете, что я начальник полицейской управы? Им об этом скажи. Господин Гольц, боюсь, что до Коробеевой мы его не донесем. Пора просыпаться, генерал. Идти пора. Чу-чу. Чего? Вставай. Я никуда не пойду. Что? Или с нами пойдешь? Или вон туда пойдешь? Ты морда халуйская. Ты меня коммуниста, советского генерала запугать хочешь? Да не выйдет. Многие так говорили. Ты меня с многими не путай, я шагу отсюда не сделаю. Посмотрим, как генералы летают. Ну давай, чего ты тянешь, а? Думаешь, я сопли пущу? Не из такого теста сделал генерал Рябченко. Господин Гольц! Центр передает, что если с генералом что-то случится, они сдадут наши базы на Карабейлы и Демирджейлы. Скажи спасибо, что ты живой нужен. Пойдешь. Я все равно никуда не пойду. Пойдешь, генерал. Если бы ты не хотел идти, ты бы не встал. Какой вы сегодня смирный. Ну, потому что я хочу, чтобы вы с меня это сняли. Какой вы хитрый. Ну... Мне же надо подготовиться. Мне надо привести себя в порядок. Ведь ночью придет она. Она вас любит. Значит, полюбит и небритого. Валентина Аркадьевна. Имейте гордость, Сергей Воронович. Мне не с вами. Мне со Щупкиным надо поговорить.
приходила. Ты что, это говоришь, Чупкин? Вижу, что приходила. Я что, схожу с ума? Да. Но это не страшно. Я тоже сначала думал, что это страшно. А теперь вижу, нет. Это даже хорошо. Чего ж тут хорошего-то? Не сопротивляйтесь ей. Попробуйте хоть раз не ломать чужую жизнь. Попробуйте сами сломаться. Это не страшно и не больно. А вот фигушки! Рановато мне еще верный путь. А тебе туда надо как можно скорее, Щупкин. Заразу ты разносишь, заразу, понимаешь, заразу. Вот. Не бегите быстро. Тот, кто быстро бежит, быстрее туда и приходит. В общем так, товарищи, как известно, все проблемы с дисциплиной бывают от безделия. И как говаривал один старый воин, майор Сметанин, что если солдат не занят, у него возникает искушение заехать товарищу в рыло или нажраться спирту до зеленых чертиков. Я не могу вас принуждать к занятию строевой, потому как вы все ранены и можете растрясти ваши боевые раны. Но я предлагаю каждому добровольно записаться в какой-нибудь кружок. Смешно, товарищи? А смейтесь, смейтесь, смех продлевает жизнь. Только я вам вот что скажу, что с сегодняшнего дня вход на танцплощадку будет открыт тому, у кого будет отметка от руководителей кружка о посещении занятий. И талоны на водку будут выдаваться по тому же принципу. Да. Отставить! Валентина Аркадьевна, я полагаю, не откажет нам в проведении кружка по медицинской помощи. Я лично согласен быть испытуемым. Ну, там, всякие перевязки или искусственное дыхание. Нижайшего поклона от всех вооруженных сил. Отставить! А товарищ Фельдман будет вести кружок политзанятий. Мишкольте, я предлагаю открыть кружок экспроприации. Я не шучу, Коля. Эту корову надо за вымя хватать, за вымя. Что, дурак, что ли? Кому не жаловаться будет? Покуситься на печать не посмеете. И еще, дайте ключ. Ты не знаешь. Сделал
Я-то сделал. Вечерушина, сука, коптерку опечатала. А у меня там все. Она найдет. Не найдет? Коптерки дверь железная, замок. А ключик вот. Пусть пока в Олифе поплавает. Там они точно искать не будут. Ключно-замочная промышленность. Сейчас наряды шлепает. И каждый замок на вес золота. А у меня в коптерке и спирт, и морфий. А если они дверь сломают, где я буду хранить стратегические запасы? Рано или поздно она сделает это. Да мне нужен-то всего день. Я эти дубликаты печати мигом сварганю. И все, что надо, к завтра ему из коптерки вынесу. А потом такой финт душами отчебучу, что нам молиться будет, чтобы я на должности остался. Чего уставились? Больно. Разойтись. Вышь. Валентина Аркадьевна, я к вам. Хотите прогуляться со мной? А это что за новенький? Милиционер. Ну, вообще-то я за консультацией. То есть вы отказываетесь прогуляться со мной? Нет, ну почему же? Думаю, для консультации это даже будет лучше. Чуть дороже знакомый. Странный вы человек, товарищ Кошкин. Вернее, странный отдыхающий. Я на войне много людей видела. И знаете, чем почти все они одинаковые? Как только они становятся отдыхающими, просто становятся отдыхающими. Как будто за их спиной ничего не было. Нет, они не забыли обстрелов штыховых, но... Даже не знаю, как сказать. Как получают санаторную книжку? Глупеют, что ли? Или мельчают? Странно как-то это. Я вот тоже любила одного человека. Думала, он другой. А он тоже отдыхающим оказался. Ну, наверное, это хорошо для кого-то. Побыть отдыхающим. Наверное. А вы вот продолжаете воевать. Ну, это, наверное, тоже ненадолго. Я везде всего один день. Глядишь, завтра тоже на танцы побегу. И вас с собой приглашу. Так какая консультация вам нужна? По поводу стихов. Почитать хотите? Ну, может быть, вы автора знаете. Я, кроме Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Есенина. Вот послушайте. Преградой волнам и ветрам, стена размытого вулкана, как воздымающийся храм, встает из сизого тумана. Это вам к Саше Белозерскому нужно обратиться. Ну, вы не подумайте, я не так, чтобы просто повод нашел. Просто я не могу больше ни с кем об этом говорить. Это нужно для дела. Я могла бы вам тоже сказать, что вы обратились не по адресу. Потому что я тоже, кроме Лермонтова, Некрасова и нескольких других поэтов, я не сильна в стихах. Но я могу помочь вам в этом деле. Мне Саша читал эти строки, их местный поэт написал. Он жив? Умер, но вдова его живет неподалеку. Я вижу, вам снова пора на войну. А сказать стесняетесь? Стесняюсь. А вы не стесняйтесь. Мужчина, он должен воевать. Иначе просто превращается в отдыхающего. Извините. Там злой Кощей над златом чахнет. Асланыч, а если вдруг что не так? Вдруг? Это только у кошек получается. Дай нож. Да ладно, ты что, Асланыч? Дай нож. Ты баба или мужик? А этот Коля,
Это не Николай Васильевич сын? Вон он. Точно он. Ну, этот Сашенька никак не может быть. Летом 42-го его самолет сбили под Харьковом. Целый полк народа бросили на отвлекающий удар. Ну, чтобы спецгруппу пустить по его следу. Людей наших почти выбили. Но самолет они нашли, а Коль нет. Через 2 недели он сам объявился. Говорит, что по болотам прятался. Да. Ну, в нашей работе, конечно, ничего исключать нельзя. Хотя, Колька-то я с пацанов знаю. Я начальником охраны на министерских дачах работал. Я... Да нет, нет, нет. Как-то не складывается. Сингапуре, куре. А нет, надо. Молчи, барыга. Будешь молчать? Угу. Ты не бойся. Нам много не надо. 5 литров спирта и денег. 2000. Угу. Да? А это не грабеж, Филон. Это контрибуция. Ты слабый и трусливый. Правда? Угу. А ты дружи с нами. Помогай друзьям новым. А мы тебя обижать не дадим. Ну что, дашь деньги и спирт? Угу. Вот хорошо. Угу. Ну пошли, пошли. Угу. Давай, тихо, давай, тихо, тихо. Рощина в лицо знает. Он же пацанят приемом обучал. А черт. Николки отцов Рощина. И кто же такой Тов Рощин? Да это с детства еще. Что же это такое, ребятки? Что это такое? Нож. Нож. Это не просто нож. Это нож товарища Вершинина с капиллярным узором, или, проще говоря, отпечатками пальцев товарища Бабаева. Yes. Так-то, ребятки. И не торопит приходящий миг, но пьет так жадно златокудрый лик янтарных солнц, просвеченный сквозь просень. Такие дни под старость дарит осень. Вы знаете стихи моего мужа? Тогда зачем вы здесь? Меня интересует Комиссаров. Вы второй человек в этом доме, которого интересует не мой муж, не я грешная, а этот негодяй. А кто первый? Один интеллигентный человек с очень странной фамилией. Фонариотов. Он был здесь 3-го дня, очень подробно расспрашивал о Комиссарове. Ну что ж. Расскажу вам то, что рассказала ему. Садитесь, прошу вас. Заранее предупреждаю. Всего не знаю, так как поселилась здесь в 22-м году. Садитесь. Что было ранее, могу судить лишь по рассказам Макса. Благо, он любил порассказать. Спасибо.
заработав денег в какой-то крупной немецкой компании, инженер Генрих Юнкер привез сюда очень симпатичного юношу, Сеню Вилкина. Но Сеня был талантливейшим скульптором, механиком, архитектором, ну, своего рода Леонардо наших дней. Это он выстроил дачу, а потом служил там и экономкой, и садоводом, и плотником, ну, всем-всем-всем. Эксплуатация человека человеком. В чистом виде. Но Сене это нравилось. У него была крыша над головой, возможность творить на чудной природе, не думая о хлебе насущном. Сам Юнкер проводил на даче по полгода, отдаваясь целиком своей истинной страсти – воздухоплаванию. Вы когда-нибудь бывали на Узунсерте? Здесь душно в тесноте, а там простор, свобода. Там дышит тяжело угрюмый океан и веет запахом гниющих трав и йода. Что, Корнеюшка, худо? А кто ж тебя, Корнеюшка, заставлял табуреточки из-под ног выбивать? Силком тебя никто не тащил. Сам вызвался. А вот теперь за дела твои тело отдувается. А я и не ною. И ты бы заткнулся. Пейте пока кипяток. И глотайте больше. Наплевать, если губы обварит. Ой, как хочется жить, жиропе. Аж свинец готов глотать. Чего, Корнеюшка? Всем пить. Не дуть на воду. Этого потом пить нельзя будет. Что, толстоможный? Не сладко? А когда людей посылал под пулеметные очереди, сладко было? Ты, гнида, небось, и духу пулеметного не знаешь. Скатал шинелку, да с воинского шинелу текать. Это я из-за твоего толстого пуза должен себя под пули подставлять? Или ура кричать из-за этого душегубца, который батьку моего сгубил? А ты не душегубец? Да батька твой в гробу со стыда переворачивается за своего сына-предателя. Я был у моего батьки гроба. Его утопили вместе с баржей. Вставай, генерал. Вставай. Идти пора. Я не могу. Не можешь? Поднимал с этого плата свои планеры. Он говорил, что, дойдите, ветры здесь уникальные, что, мол, до Ялты даже за Волгой летит. А Юнкер сам летал? Да вы что, в нем было 10 пудов веса. Летал Сеня Вилки. А, кстати, мне кажется, Сеня аппараты придумывал. А Юнкер только делал чертежи и расчеты. Да. А потом Кайзер объявил нам войну, и наш сосед исчез. А кажется, в 1918 году он вновь объявился.
в обозе немецкой оккупационной армии. И впервые в жизни Макс проявил твердость характера и отказал этому поганцу от дома. Но больше мы не общались. Ну, а когда немцы ушли? О, этот фрукт прекрасно ужился с Врангелем и даже предлагал барону какие-то проекты страшных планеров. А потом пришли красные. И немецкий шпион Генрих Юнкер оказался членом партийной ячейки, ходил с красным бантом в петлице, поменял фамилию на комиссаров, сделался совслужащим. Дачу ему оставили вместе с Вилкиным. Да, а потом он развернул целую планерную индустрию на Узунсефте. Кажется, в 28-м году, перед Рождеством, он вновь исчез. И на этот раз окончательно. Скажите, пожалуйста, у вас не осталось какие-нибудь фотографии? Да, я показывала тому товарищу. Вот в том альбоме. Ничего не понимаю. Этот подлец их украл. Растаскивают в доме все, кому не лень. Красные, белые, немцы и даже интеллигентные люди в очках. Молодой человек, может быть, вы тоже что-то хотите стащить на память о поэте? Нет. Ну, я вам верю. А что остается делать? Скажите, а вы знаете что-нибудь о Сашеньке? А этот товарищ тоже спрашивал о Сашеньке. Мать этого несчастного ребенка умерла. Юнкер говорил, что ребенок тоже долго не протянул. Но потом, когда в Крым пришли красные, то местные начали шептаться, что на даче, мол, прячут какое-то дитя. И что Вилкин носит его к старой гречанке, а та его лечит. К холере. Это здешние просто имени ее выговорить не могли. Ее звали Калиэра, как древний генуэзский город, который 5 веков назад шумел вот на этом месте. Очень красивая она была, даже в старости. А Юнкер любил ее рисовать. Кстати, он был недурным рисовальщиком. Немного суховатым, конечно, но недурным. Вот гляньте его рисунки на стене. Красиво. А видали бы вы эту красавицу, вот эту. То не было и не было, и вдруг объявилась. А она что, хорошо знала Юнкера? Лидка? Куда уж лучше. Вы... Вилкин. Вы... Волошина. Да. Остается узнать, кто этот или это. Да.